Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве MIDI GF1 сделать запись экрана. Для этого достаточно просто перейти в панель быстрого доступа, и здесь у нас есть кнопочка Record Screen. По однократному нажатию запись автоматически начинается, но если удержать палец на данной кнопке, то можем открыть некоторые настройки данной функции. Здесь можем выбрать записывать ли микрофон, можем выбрать качество видео, также можем выбрать время записи, и есть кнопка «Начать запись». Давайте просто попробуем здесь. Нажимаем по кнопке «Record Screen», и сразу же начинается запись. Вот появляется менюшка, можем ее двигать. Записываем наш экран. И также, нажав по красной кнопке «Стоп», можем остановить запись, и она будет после этого сохранена в галерею, в раздел «Record», «Record Screen». Сразу же начинается запись. Выставляем менюшка, можем ее двигать, записываем наш экран. И отсюда вы можете поделиться, изменить или же удалить вашу запись. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!